Доброго времени суток, дорогие друзья. Меня зовут Андрей. Хочу поведать вам страшную правду. Я сам никогда в жизни не поверил бы в подобное, если бы лично не столкнулся с этим. Я долго копался в кулинарном паблике ВКонтакте в поисках интересного рецепта, что можно было бы приготовить. Уже битый час я листал стену паблика, но мне попадались лишь самые банальные рецепты, что я смог бы приготовить без лишних проблем. Когда перелистывание стенки паблика мне порядком надоело, я решил зайти в обсуждение, где люди делились своими собственными рецептами и секретами в готовке. Я дал небольшое объявление, которое гласило что-то вроде «Что посоветуете приготовить, друзья?» Хочется что-то изысканного и в то же время простого в приготовлении. Я сразу же закрыл свой ноутбук и плюхнулся на кровать, уставившись в потолок. Не прошло и часа, как я услышал звук уведомления ВКонтакте из своего телефона. На мое объявление из того самого паблика ответил какой-то человек. Его сообщение гласило: «Доброго времени суток, уважаемый. Могу посоветовать вам замечательный деликатес, автором которого являюсь я сам. Пишите в ЛС». На его странице не было почти никакой инфы, в том числе и его фотографии. Фоток было всего 5 штук, и все они были однотипными. Это были блюда на тарелках, уже приготовленные. Но сказать по-честному, выглядели они не такими уж и аппетитными. Я бы даже сказал наоборот, совсем не аппетитными. Здравствуйте. Здорово. Вы ответили мне в группе по поводу какого-то блюда, которое можете мне посоветовать. Ну да. Скажи мне, пацан, а ты любишь мясо? Да, конечно. Я не веган, если ты к этому. Это замечательно. Это просто превосходно. Знаешь, мясо – это намного больше, чем просто еда. Все эти овощи, фрукты и прочая хуйня. Я вообще исключил их из своего рациона питания. Это совершенно бесполезная еда. Мясо. Мясо, мой друг. Это наше спасение. Знал бы ты, как я его люблю. Я начал есть мясо уже с 2 лет. Практически не употреблял овощи, фрукты, молочку и прочую лабудень. Мой рацион – это мясо и вода, в крайнем случае чай. Ну, это здорово, конечно. Но давайте мы с вами все же перейдем к сути нашего вопроса. Подожди, куда же ты спешишь, парень? Я тебе еще не рассказал, как я готовлю. Молодой человек, мне, если честно, не особо интересно, как вы готовите. Я просто хотел бы узнать рецепт, и все. А как готовить, я знаю. Ну, друг, не надо торопиться. Жизнь все равно коротка, все не успеешь. Нужно наслаждаться каждой секундой, каждым мигом в жизни. А то если все время спешить, в итоге не заметишь самого главного в жизни – ее красоты. Красоты? А есть ли она в жизни-то? Ну, у каждого она своя. Знаешь, друг, как я разделываю мясо? Я тебе расскажу. Для начала я беру топор, отсекаю от основной массы. Потом беру нож и начинаю срезать куски с кости. Кость большая, зараза. Далее я начинаю отбивать молотком куски плоти. Ибо это мясо уж чересчур жесткое. Отбиваю его до тех пор, пока они не превратятся в небольшие ломтики. И самым главным моментом в приготовлении является то, что я никогда не солю мясо. Ем его прямо так, чтобы вкус был более естественным.
Мужик, что-то ты меня как-то пугаешь. Что-то мне все меньше хочется твоих рецептов. Подожди, я тебе еще не рассказал, как я люблю есть сырое мясо. В первый раз это случилось несколько странным образом. Мне тогда было 9, и я часто проводил время на даче. Мой дед в тот момент собирался резать свинью, а мне никогда не разрешали присутствовать при сей процедуре. Но именно в тот момент мне жутко захотелось лицезреть это все. Я никогда раньше не видел подобного и даже не имел ни малейшего представления, как это все выглядит. Я проследил за дедом. Он вошел в сарай и закрыл за собой дверь. А я нырнул за сарай. Там в стенке отсутствовала одна доска, образовавшая приличную щель. Через нее-то я и увидел все это. Вначале он положил еды для свиньи в миску. Это была приманка. А сам в руки взял кувалду. И когда свинья подошла к миске и начала есть, он со всей силы ударил ее по голове. Никогда не забуду, как из ее головы ручьем хлынула кровь. Но свинья не сразу сдохла, она еще какое-то время брыкалась. Тогда мой дед взял заранее приготовленный нож и воткнул ей в горло. И быстрыми движениями начал ее отрезать. Визг этой хрюшки мне запомнился на всю жизнь. Она визжала и хрюкала. Но что самое интересное, мне абсолютно не было ее жаль, а даже наоборот, мне до жути захотелось сделать то же самое. Когда дед закончил все действо, он взял ее голову и куда-то с ней ушел, а я тем временем пробрался в сарай, подошел к обезглавленному телу свиньи, и почему-то мне очень захотелось попробовать ее кровь. Двумя пальцами я дотронулся до места, где раньше была голова. Мои пальцы тут же окрасились в темно-бордовый цвет, и я, недолго думая, сунул их в рот. Почувствовав этот вкус, у меня абсолютно не было никакого отвращения. Он, наоборот, показался мне даже каким-то сладким и вкусным. Естественно, мне захотелось еще. И я уже целыми руками начал черпать кровь из свинюшки, отхлебывая из своих ладошек и наслаждаться этим замечательным вкусом. Этот вкус показался мне самым наивкуснейшим десертом. Ничего подобного в своей жизни я никогда не пробовал. «Пиздец, чувак! Послушай меня, друг! Я больше не желаю слушать твои замечательные истории. Не пиши мне больше, пожалуйста!» Я не знаю, сколько на тот момент прошло времени, но мне показалось, прошла целая вечность. Я не мог оторваться. Как вдруг мне очень захотелось попробовать самого мяса. Я схватил руками первое, что увидел. Это была печень, но руками оторвать ее не получилось, и тогда я вцепился в нее зубами и начал разгрызать на мелкие кусочки. О, да, я никогда не забуду свой первый раз, когда я попробовал сырое мясо. Эти ощущения просто незабываемы. Тогда я успел сожрать лишь печень и сердце. Увы, пришел мой дед. Когда он увидел все это, он, мягко говоря, охуел. Сразу рассказал родителям. Они еще долго водили меня по психиатрам. Но все это уже было бесполезно, так как это было лишь самое начало. Мне так понравилось сырое мясо и кровь,
что в какой-то момент мне в голову пришла безумная мысль. Интересно, а внутренности людей сильно отличаются от животных?